Девчонки, кто-то мне говорил, что вот эти ароматы нестойкие. Вот я приехала и наносила на тело. Было жарко. Я вот нанесла вот этот вот Изори, вот этот вот ирис от Жардина де Сенси. И нанесла вот этот вот Аюрведа. Вот весь день я чувствовала на себе, на коже этот аромат. Я не знаю, как они могут быть нестойкие. Может быть, в зимнее время, я не знаю, но вот этот тоже термоядерный, и этот тоже очень такой насыщенный. Вот они недорогие, у меня есть видео на эту тему, они очень похожи все на какие-то ароматы. Это вот на пуазон красный, это на Eau de Merveille, это на пуазон пюр. Вот это, по-моему, уже забыла на что. Ну, в общем, видео у меня есть на эту тему. Мне девушка какая-то писала, ну вы типа загнули то, что это ароматы стойкие. Не знаю, вот приехала и сразу к ним нанесла вот в один день вот этот, другой день этот. Я этот аромат чувствовала в течение всего дня. Несмотря на то, что жара, я все время была в движении, я все время этот аромат ощущала. Так что очень-очень стойкие. На мне, по крайней мере, очень долго держится. И вот мне кажется, я дорогие духи так долго не чувствую, как именно эти ароматы. Обед готов. Супчик кабачковый. Салатик с капустой. Курочка оставшаяся. Такой вот быстрый обед на скорую руку. Девчонки, всем привет. Занимаемся переездом. Надо грузить столько вещей, все складывать, все разбирать. 2 недели просидели в карантине, и, конечно, после этого ничего нельзя было выходить. А сейчас такие короткие сроки, нужно переделать кучу дел. А вот. Но все равно на улице тепло, жарко, можно сказать, комфортно. Дорогу. Смотрите, какие сосны это, наверное. Очень-очень зеленые. Смотрите, какое дерево красивое. Очень красиво. Еще здесь есть вот этот вот сад чей-то. Здесь просто такие вот многовековые деревья, которые прям в потолок, в небо уходят. Очень красивые, и пальмы здесь, и сосны очень такие обширные. Очень-очень впечатляет такой зеленый-зеленый оазис. Очень красиво. Вот, смотрите, какая красота. Очень жарко, на улице вообще практически никого нет. Я иду по улочкам в тени. Вот, конечно, хорошо жить в разных местах, в разных странах, в разных городах, но это так утомляет. Переезжаешь каждый раз, сборы, все равно хорошо. В Италии как-то, не знаю, какой-то здесь воздух, что ли, такой. Ты все время, как это объяснить? Дольче фара ниенте у нас не получается, конечно. Мы все время что-то делаем, куда-то бежим, куда-то торопимся. Но при этом все равно здесь приятно находиться. Как-то вот тепло. Цены все отдельно, 20, 38, 9, все по отдельности.
факт, уже не все еще, ребятки. Нужны тарелки. Вот это что-то мне не нравится все. Как-то... Нет, нет, таких тарелок, которые мне понравились. Нашла более красивые наборы, но это же не Таньяна, это другая фирма, Vasa Collection. Вот такой есть наборчик. Vasa Collection. Это не Таньяна. Такие вот синенькие. Такие вот тарелки модные сейчас. Я что-то на них никак не могу согласиться. Мне что-то как-то не лежат они. Есть такие штучки, какие-то тарелочки. Перо 200 евро. Это белиссимо. Это марка классная. Ты бассусы, стабель. То есть видите, квалитет диверса. То есть пирог костю, но не про джиту Таньяны. Это лимош фэнси. Это будет очень красиво с рыбками. Классные рисунки насыщенные. Прям прелесть. Джин. Тут верно. Джин. Красиво.
La Lega e la Meloni uguale, perché la Lega, il nostro banco non si può fare, perché non era inserita nell'elenco, perché solo